Це підсумки 2021 року. Для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. В студії Олександр Горенюк, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. Вітаю вас. Здравствуйте. Дякую, що ви тут. І це підсумки 2021 року. Говоримо вже про плани 2022 та те, що з чим ми прийшли в цей рік. Перше і важливе, і те, що локально турбує, це одеська справа. Справа мера Труханова і його поплічників. Одеська забудова потрапила у фокус уваги НАБУ, САП та Антикорсуду. Вони підозрюють бізнесмена Володимира Галантерника та топ-чиновників мерії у 2016-2019 роках в незаконних оборудках з землею. Труханов вважає у справі політичні мотиви переслідування. Що думаєте ви? Я, знаете, не ищу тут политических мотивов. Если так еще вспомнить, что было давно, я помню, когда-то в детстве по кабельному телевидению в Одессе смотрел канал Discovery. Там был цикл передач про самые опасные города в мире. И вдруг я смотрю там какую-то шестую или седьмую передачу по каналу Discovery, которая показана всей планете, говорят, что Одесса один из самых мафиозных городов. Причем это же было там не в 90-е передачу я смотрел, это уже было там середина или конец нулевых. Я смотрю, если тогда это могло у меня вызывать какое-то удивление, как еще подростка, юноши, то теперь этот вопрос поднят на уровень НАБУ, высшего антикорсуда, специальной антикоррупционной прокуратуры. И поэтому, я думаю, это такой уникальный случай в истории Украины, когда топ-чиновников местного уровня, их рассматривают сейчас в контексте такой глобальной коррупции. И вот место работы мафии у нас стал фактически городской совет. У нас, конечно, не все депутаты там плохие, но, в принципе, работа устроена таким образом, что вот они как будто специально собираются там для того, чтобы посмотреть на город сверху, выбрать какие-то вот пазлы. Вот они смотрят на город буквально как на пазлы, на карту, и думают, так, вот этот пазл еще можно продать, с этого пазла можно заработать. И приходит бизнесмен, что, в принципе, абсолютно неправильно. Город должен быть заказчиком и идеологом градостроительной концепции. А у нас не так работает. У нас вот есть такой очень неприятный, оскорбительный глагол «урвать». Вот они урывают у нас эту, куски земли, говорят, мы хотим тут застроить 20 этажей, а тут 3 по 20, а тут 27. И в итоге это приводит к тому, что мы, в принципе, начинаем системно терять город. Вот мы, кроме того, что фактически убытки, насчитанные сейчас, это порядка, по-моему, 687 миллионов гривен бюджета громады, мы теряем, в принципе, город. Город не похож на тот, которым был 10 лет назад, даже элементарно при Гурвице, при Бадалане. Люди, которые 10 лет назад уехали из Одессы, сейчас вернутся, они ее не узнают. Ни Гагаринское плато, ни дворы на Таирова, ни центр не узнают. Не знаю, придут даже к Мускомеде или куда-либо, они не узнают эти улицы. Они совершенно другие. Они выглядят просто как улицы, Шанхая. Вот, и это первый глобальный аспект, то, что мы, в принципе, теряем на фоне этой коррупции город. Второй важный аспект – это благоустройство. Люди покупают дома, смотрят генплан, верят застройщикам, верят рекламным буклетам и думают, что они купят дом, и там вот по генплану, как прописано, будет садик или будет школа. Так рассчитывает несколько тысяч людей, появляется район, и на месте этого пятна с школой появляется еще один дом, например. Это конкретный живой пример, например, Гагаринского плато, да, где школы нету. И 20 тысяч жителей живет вот рядом тут, а отвезти ребенка в школу, в садик некуда. Дворы абсолютно забиты, заставлены машинами. Там негде дышать, негде вывести ребенка погулять, негде маме с коляской быть. Вот если мы даже не самый хороший пример, посмотрим, сравним там с Таирова, с какой-то там, или с поселком Готовского, с панельной застройкой советской, да, то там на площадь застройки припадало 4 таких вот места, куска, где можно было бы провести время с ребенком. Где была куча деревьев, где были целые кварталы с садиками, на каждый квартал обязательно школа была. Все это работало, вот, и было место, где отдохнуть, было место в тени провести там летом, тем более в Одессе летом очень жарко. Фонтанчики какие-то были, что-то предусматривалось, там была более-менее комфортная среда. Сейчас это абсолютно страшная территория, куда не хочется приезжать. И мне кажется, люди там вкладывают деньги просто потому, что альтернатив нету. И такая конъюнктура рынка уже сложилась, что, в принципе, привыкли выбирать только из плохого. Відступимо трохи від теми, але щодо садочків за каденції Труханова, ні за цієї, ні за попередньої, ні одного садка не було побудованої школи також.
ось європейський ліцей добудували, але це не завдячуючи Труханову. Ну, просто така ремарка, що бюджет Одеси дозволяє будувати в Одесі щорічно 2-3 школи. Ну, цього не відбувається, а населення зростає. Я вам більше скажу. Я просто, як народний депутат мажоритарщика Суворовського району, я дуже добре розумію цю проблему, тому що на Суворовському районі теж нормально йде хорошими сильними темпами стройка. Вот. І вона строїться за границями міста, дуже часто ці нові дома. Але люди в дітей хочуть давати в школи не в обласні, не їхати кудись, а хочуть в міст їхати. Вот, я понимаю эту проблему, что мест в садиках не хватает. Мы сейчас лоббируем школу на 1000 деток. Это можно считать анонс, это инсайт сегодня. Mm-hmm. Да, на Суворовском районе. Это будет в поселке Котовского новая школа. Початок коли будівництво планується? Я думаю, що вона буде строїтися порядка полтора года. Ну, в 22-му почнете будівництво. Оно вже фактично начато. Там нужно просто откорректировать, закончить это строительство. Ну, полтора года нужно еще такої інтенсивної роботи. Давайте повернемось до справи Труханова, бо вона дійсно резонансна. І вперше в Україні судять мерію та найбагатшого мера в Україні. Зараз поясню, чому. Аналітичний центр «Політика» порахував, скільки заробляють українські мери. І перше місце в рейтингу зайняв пан Труханов. Він загальним статком 205 мільйонів доларів. Чим показова може бути ця справа для топ-чиновників в Україні? Мы же хотим строить систему в стране. Мы не можем просто взять и показать, что сделать в одном регионе. Я говорю как народный депутат, как член украинского парламента. Вот. И если эта ситуация закончится положительно, ну, в пользу громады, то будет означать и большой сигнал, что у нас мощная, сильная антикоррупционная инфраструктура в стране работает, что она может дать результат, и что чиновники в других городских советах, в других областных центрах, мэры других городов будут очень серьезно в следующий раз относиться к договорникам. В любых сферах, в сфере застройки, в сфере манипуляции с общественным транспортом, махинациях на кредитах, новогодних елках, чем-то еще они дважды, трижды подумают, потому что ответственность очень большая. Мы видим сейчас, как... нервно они сейчас ведут, да, местная власть, которая попала вот в фокус внимания как раз этого дела. Ну, вице-мэр уже за гратами, можно сказать, в СИЗО. Ну да, но он понимает это последствия его действий, он это четко осознает. Поэтому это может быть показательным примером, если будет доведено до решения суда в итоге, и будет вырок суду. Конечно, я думаю, це може бути мати серйозний прецедент для всієї регіональної політики в країні в цілому. Якщо говорити взагалі, на вашу думку, як судова система, громади можуть зупинити розкрадання і земель Одеси, і бюджету міського? Я думаю, які є інструменти на сьогодні? Публічність. Я думаю, що громади – це самый сильный инструмент, сплоченная громада, которая может это сделать. Созданный чат в Вайбере по поводу застройки на Гагаринском плато сделал больше, наверное, или не меньше, чем все остальные, это система государственной машины. Именно они подняли, привлекли к этому внимание, именно общественность собрала и начала об этом говорить, потому что ну, проблемы вот именно снизу где-то видно, часто люди об этих проблемах не говорят. Вот возьмем ту же ситуацию с моряками. Если моряки об этой проблеме не говорили, ну, значит, ну, маркеров о том, что моряков что-то не устраивает, мало. Дайте нам сигналы, дайте нам марки, говорите о том, что вам не нравится. Вот, когда общественность говорит, что вот тут вот коррупция, вот тут генплан, тут должна быть школа, а школы нет, нас обманули. Вы скорректировали зонинг, вы скорректировали детальный план территории, вы еще что-то сделали, но вы нас обманули. Мы вас поверили, мы дали вам свой кредит доверия, мы выбрали вас мэра, выбрали вас горсовет, вы распоряжаетесь нам нашими ресурсами, моими, вашими ресурсами, ресурсами зрителей, и хотим, чтобы вот мы проголосовали за вас. Вот такой вот есть генплан, тут написано школа. Школа должна тут быть, не обманывайте нас. Иначе вердикт должен быть на следующих выборах. Да, но нельзя выбирать больше тех команду, ту команду, которая обманывает. Нельзя. Так чему команду Труханова обрали знову? Ну, возможно, ну, тобто, ну, кредит довіри якийсь є все рівно, тобто є частина, яка голосує. Я розумію, що є підтасовка голосів, так і так далі. Да, я бы чому так відбувається, чому одесити обирають не тих? Я би так не, може бути, діло привички. Може, люди бояться чогось нового. Ну, я, кстати, думаю, що боязнь чогось нового в цілому... Краще гірше старе, ані щось незрозуміле нове. Да, да, і люди переживають віддавати своє будущее. Тобто їм краще вот так вот, як хорошо, знаєте, вот это как в такой очень тактильной теме про домашнее насилие. Очень часто проблема, когда люди не говорят о проблемах в
семье. Вот, когда дома буллинг или еще какие-то более сложные истории. И люди в семье молчат о проблемах, не говорят и не выходят из них. Вот точно так же у нас люди живут с проблемами. Вот, крыши текут, двери сносят, улица разрушается, дома затапливают. Все плохо, но голосуют за того же мэра. Ну, вот так вот люди выбирают. Это демократия, которая так работает. Від політики до приватної історії. Ситуація з першим пологовим будинком. Саме родина Коломієць. Дитина народилася, 10 місяців пробула в комі. Я знаю, що ви підключилися в цю історію, бо не байдуже для вас. Так, тема. Що сьогодні маємо якісь, я так розумію, ви допомагали з якимись результатами аналізів, так? Розкажіть. Точно не безразлична для мене тема. Я вже півтора року практично як папа. Вот. И я прошел с женой весь этот период, и роды. Я понимаю, насколько сложен этот момент. А история с первым роддомом, где ко мне за несколько дней приемов, приемного пришла семья, и начала рассказывать, 10 месяцев ребенок в коме. Ну, это же у ребенка подозрение на ДЦП. Ребенок с эпилепсией. Ну, это катастрофа. Вот. И потому что мне рассказывали, ну, честно, сидела команда, и сдержаться было тяжело. Потому что, ну, ребенка, по сути, покалечили. И это не одна семья. За день пришло 3 семьи, которые мне рассказывали о проблемах с этим роддомом. И получается такая ситуация, что роддом позиционирует себя как первый городской роддом, самый лучший, с классными отзывами, все хорошо. На самом деле все нехорошие отзывы они чистят. Когда кто-то создает какие-то акции против первого роддома, они берут и заставляют удалять, пытаются выйти на эту семью, как-то уговорить, уболтать, чтобы проблему забили, плохие отзывы не писали. Потому что отзывы важнее, ну, реальных дел, к сожалению. Вот. Из-за этих отзывов семья-то обращается. Они все знают, что там нужно еще доплатить тому, 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 сколько, где доплатить. Но особенно если люди в каких-то сложных, экстренных ситуациях попадают туда в роддом. Вот. Я знаю, что там были врачи, которые давили на живот, например, во время родов. Ну, это же... Ну, я не медик и не судмедэксперт, но мне кажется, если бы я такое увидел при родах моей жены, я бы эту ситуацию так не оставил. Я точно так же не оставил эту семью, которая ко мне обратилась. Я, как народный депутат, обратился к правоохранительным органам, к полиции, к прокуратуре. Я не могу разглашать детали. Ну, сейчас идет следствие, я не могу их разглашать. Но семья меня уже отблагодарила. Они сказали, что они очень довольны результатом, что с экспертизой наконец-то начались какие-то продвижения. То есть полгода, пока не обратились, ничего. Просто ноль каких-то движений. Вот я знаю, там уголовные дела не открывали очень долго. Мы открыли еще одно уголовное дело вместе с правоохранительными органами. И ситуация наконец-то сдвинулась с мертвой точки. Мы этой ситуацией занимаемся, так ее не отпустим. Говорю как папа, не только как депутат. І питання ще дітей. Угу. Наприкінці 2021 року відбувся саміт «Україна-30. Саміт діти». Він відбувся в грудні. Організація ООН, яка допомагає дітям, а саме ЮНІСЕФ, збирається впроваджувати 5-річну програму в Україні. Як Україна буде співпрацювати і що відомо про цю програму? ЮНІСЕФ – це взагалі глобальна організація в світі. Вона в післявоєнне час була створена, тому що в післявоєнне час відношення до дітей було, ну, зовсім другим. Тобто тоді до дітей не відносились как к личностям. Вот. Именно ЮНИСЕФ – организация, которая приняла декларацию прав ребенка. Вот. И во многом современное отношение более-менее нормальное к ребенку как раз мы обязаны благодаря усилиям этой организации. В Украине она взаимодействует с правительством, взаимодействует с общественными организациями, с больницами, со школами. Она и вот таким сильнейшим мозговым центром на планете является, который собирает, анализирует статистику про буллинг в школах, про еще какие-то проблемы, про питание, дает комплексные системные предложения, как изменить ситуацию, и помогает в лоббировании, в продвижении законодательных инициатив. В частности, в Украине у нас был подписан меморандум, в 20-м и 21-м году, так уже сказать, при нашей власти. И содержание меморандума, по большому счету, складывается к двум фундаментальным вещам. Я не про все буду говорить, но вот две фундаментальные, которые я для себя выбрал, это здоровое питание в школах. Это, в принципе, здоровое питание. Это информирование как родителей о важности питания для ребенка. Здоровое питание не означает дорогое. Да. Не жарить картошку каждый вечер ребенку там, и ей кормить одними макаронами с тушенкой. Это уже информация об этом, это уже понимание что-то про здоровое питание. Просто мы про это информируем. Вот мой ребеночек, например, в полтора года, очень обожает овощи и что-то не сильно стремится пока есть мясо.
Вот. И, собственно, программа состоит как раз из этого. Уже запущена программа новая по новому питанию в школах. И это первая вещь. А вторая фундаментальная вещь — это касается как раз безбарьерной среды. У нас огромная проблема с этим, и безбарьерность, она же касается не только людей с инвалидностью, с... Маломобильных групп, так. Да, не только... Жінки с коляской. В принципе, это какое-то отношение, здоровое человеческое отношение ко всем людям, у которых есть какие-то особенности. Да. Вот про это безбарьерность. Уже вместе, первая леди, вместе с министром Чернышевым, это министр регионального развития, уже презентовали вот такой вот альбом безбарьерности, то есть альбом безбарьерных решений. Это стандарты, на основании которых должны спроектироваться, строиться все улицы в стране. Вот они скоро там уже будут запущены в полную силу. И это означает, что если на улице Екатерининской, улице Греческой, Бунина, Крымской, любой другой, делается тротуар, значит, он должен предусматривать пандусы, он должен предусматривать полную безбарьерность. Не должно быть, знаете, как у нас очень часто, ты идешь по пешеходному переходу и упираешься в стену. Но это ненормально. Вообще, это в развитых странах, где невысокая аварийность на дорогах, такого нет. Вот. А у нас зайди в интернет и напиши, то полный интернет мемов будет, и это будут как раз украинские дороги. Так вот, про эту безбарьерность во всех местах, каких в общественных, так и в школах, ну, должна эта безбарьерность работать. Это и пандусы для доступа в автобусы. Ну, в общем, это большая комплексная программа, она у нас наконец-то заработала. Цей саміт «Україна 30 саміт діти» ми обговорювали з гостями в студії. І, знаєте, мої гості дійшли висновку, що є якісь... таке некомпетентність і невігластво в цій темі. Що з менеджерами? Як знайти тих менеджерів, як винаймати тих людей, які будуть ефективно, професійно працювати? І це, знаєте, це стосується не лише теми дітей, безбар'єрності і так далі. Це взагалі така глобальна українська тема. Образование і ще раз образование. Тільки на це, да, ну, надо в максимально широкому смислі цього слова сприймати образование. Я би його розділ на от школьне або академічне образование, класичне. Это то, что ребенок получает в школах. И тут, кстати, важно отметить, очень много зависит от учителей. Сейчас ковидная эпоха. Мы понимаем, что она, ну, надолго, наверное, с нами еще будет. Уже появляются новые штаммы. И мы понимаем, что дистанционное обучение организовать сложно достаточно учителям. А это, в первую очередь, обязанность учителя, классного руководителя. Так вот, мы запустили вместе с президентом программу, называется «Ноутбук каждому учителю». В рамках этой программы у нас в Воровском районе уже 1500 ноутбуков роздано учителям школ. Не только директорам, а каждому учителю. Учителю английского языка, учителю географии. Все учителя получили по современному ноутбуку. Я лично в 14-й школе был недавно, передал учителям, со всеми пообщался, познакомился, больше узнал про потребности преподавателей. И, собственно, эта программа работает, и до конца года, я думаю, по Одесской области каждый учитель получит ноутбук. Вот. Вторая форма образования — это все-таки самостоятельное образование. И, по моему мнению, ну, мне кажется, я еще молодой человек, да, и очень сильное влияние в этом имеет интернет. Интернет — это огромное море, это безграничные возможности. Это как библиотека, так это музыкальная студия, это все что угодно может быть. Вот мне было интересно познавать мир через интернет. У меня в какой-то момент в классе в 9-м появился нормальный компьютер, у меня была всего лишь мышка, клавиатура, монитор и колонки. Я с Ютубом, с интернетом скачал программу и научился писать музыку. Без какого-то музыкального образования, у меня 600 композиций, я там имею совместные композиции. Ну, чисто музыка, я плохо пою, да, но музыки я пишу очень много, и мне это нравится, для меня это стало хобби. В разных стилях, это и хип-хоп, и хаос, ну, просто мне интересно. Сам, я научился играть на пианино, просто посмотрев Ютуб. Это тоже образование. То есть просто я сидел дома с Ютубом, мне это было интересно. В какое-то время я начал просто изучать теорию заговора на первом курсе, когда у нас много историй было, история мировых отношений 20 века. Вот, так что родители должны побуждать человека, юношу, подростка развиваться. А третий важный аспект образования — это формирование интеллигентного окружения вокруг себя. В Одессе особенно важно, в городе, где всегда привыкли к тому, что у нас много интеллигенции, у нас много
умных, развитых людей. Вот. Но город очень большой сейчас. Хотя часто говорят, что маленькое село, но найти близкого по духу, по складу ума себе человека не сильно просто. И я в Одессе возглавляю как раз молодежное крыло партии «Слуга народа» «Зе молодежка». Мы создали такую платформу, я 2 месяца только этим направлением руковожу, но мы создали платформу, где люди от 15 до 35 лет могут поговорить на общие темы. Мы проводим какие-то медиа-тренинги, мы учимся работать с СМИ, мы проводим лекции по курсу законодательных изменений. И всем этим людям чудовищно просто, в хорошем смысле слова, интересна политика. Они о политике говорят, они ее обсуждают. Я вижу людей в 15 лет, которые ночью могут выехать на митинг, потому что они недовольны тем, что, наверное, там, в их сквере или в парке энтузиастов, вот конкретный случай, был установлен МАФ. Это конкретные реальные случаи, когда вот 15 лет, но ему настолько небезразлично уже в 15, угу, что я думаю, что растет новый мэр Одессы. У 2022 році стартує програма «Велика термомодернізація». Розкажіть, що це за проєкт. Я, чесно, коли побачила на вашій сторінці, навіть не стала вникати, бо цікаво, щоб ви розклали, як це, що це. В Украине и во всех постсоветских странах осталось в наследии с советских времен огромное количество панельных зданий. Mm-hmm. Большая часть населения на спальных районах, не в центре, а именно на спальных, как раз живут в панельках. Моя бабушка живет в панельке, мои друзья живут в панельках. Это 5, 9, 16-этажные здания, построенные вот по панельной технологии. Но, естественно, они, конечно, очень просто морально, технически они полностью изношены. Зданиям по 50, по 60 лет они не видели никакого ремонта, максимум какой-то замены окон. Плюс за это все время в несущих конструкциях постоянно кто-то же делал евроремонт, было модно, да? И вырубал арки, колонны себе, какие-то делал вещи. И представьте, что вот стоит конструкция, да, и каждый по чуть-чуть себе что-то в этом скелете изменяет. Насколько будет устойчива эта конструкция, насколько изменилась всякие параметры технические с расчетом, ну, например, ну, не дай бог, какое-то землетрясение или так далее. Вот. Так в странах Восточной Европы, в Латвии, Литве, в Восточной Германии, в Эстонии, в Польше тоже были эти дома, тоже строили по панельным технологиям. Но они давно, еще в начале 90-х, решили эту проблему, провели так называемую санацию панельных зданий, что на украинском языке мы назвали термомодернизацией. Вот. Это полностью реконструкция фасадов всех основных вещей в доме. Это окна, фасады, крыша. Вот. Для того, чтобы дом перестал терять тепло. На чьи плечи це ляже? Это исключительно государство. Сейчас не до конца выписана концепция еще. Деньги заложены. Это 30 миллиардов гривен в бюджете. Это большие деньги. Вот, это примерно половина этих денег, которые планируется потратить на дороги, вот, уйдет на тисячі домов по всій країні. Я правильно розумію, що держбюджет буде фінансувати там окремі будинки, і в будинку вже ОСББ буде самі перенаправляти якось кошти? Я буду просто там працювати, огромна команда над цим зараз, і сьогодні, і кожен день працює для того, щоб виписати саму процедуру з технічної точки зору. Я буду не прав, якщо підставлю команду зараз і розкажу весь процес. Да, когда будет выписан весь процесс, mm-hmm, мы презентуем программу, мы презентуем критерии отбора, мы покажем, как это должно быть. Ну, дом, который, например, там 88-го года или 96-го года, он не должен стоять в одном приоритете с домом 65-го года, да, или с хрущевкой того же там 70-го года. А в хрущевке нужнее, потому что она, ну, более изношена. Это есть критерии, которые будут закладываться в программу, по которой будут отбираться дома. Но почему возникла программа? Мы видим, что, ну, местные власти очень долго как-то пытаются софинансированием, не софинансированием, различными методологиями реконструировать, но ничего не получается. Вот не получается. Я во время своей предвыборной программы, когда ходил по дворам, рассказывал о своих планах, я говорил, что у нас будет большая реконструкция спальных районов. И вот большая термомодернизация, это оно, собственно, и есть. Мы будем полностью брать дом, фасад, утеплять крышу, чинить все, что там нужно, чтобы дом выглядел новым, свежим, а главное, потреблял меньше энергии, сохранял то тепло, которое есть, и благодаря этому мы существенно снизим чуть ли не в 2 раза потребление энергии, что означает соответствующее снижение в платежках. Так, чекаємо програму і будемо слідкувати. Президент Володимир Зеленський анонсував, що в Україні з'являться українські авіалінії. Які ресурси у нас є для цього? Да, Национальные авиалинии Украины, НАУ, вот, это как раз инициатива президента.
И задача в том, чтобы собрать мировой опыт авиастроения на совместные проекты для Украины. То есть это вполне две задачи. Первая – это увеличение трафика, увеличение пассажиропотока. Но вторая, не менее важная задача – это престиж Украины. Мы часто прилетаем в аэропорты других государств, столицы, и видим красивый Fly Dubai или Lufthansa. Мы сразу Lufthansa – это у нас на ментальном уровне ассоциируется с качеством жизни в Германии, правда? Правда. Видимо, понимаем, Lufthansa – это класс, в Германии хорошо. И мы хотим давать понимать всей остальной Европе и во все страны, в которые будут национальные украинские авиалинии летать, хотим показать, что Украина серьезная и престижная страна, что у нас есть свой воздушный флот, национальный воздушный флот, что мы можем давать качественный сервис, и мы хотим людей привозить сюда. Мы хотим, чтобы в этих аэропортах люди видели украинский самолет в украинской символике и понимали, что Украина — это самодостаточное, самостоятельное государство, и что нам Европа нужна не больше, не меньше, чем мы нужны им, что мы классная страна, которой можно гордиться, в которой очень много всего интересного, и хотим эту вот нашу культуру экспортировать. Национальные авиалинии Украины — это как раз инструмент коммуникации этой идеи, да, инструмент коммуникации нашего, собственно, престижа. У нас уже подписан меморандум, в нем предусматривается порядка 22 воздушных суден. Mm-hmm. Вот. А если мы говорим про ресурсы, то первый ресурс, самый важный – это люди и история авиастроения. У нас от Сикорского до Анатры очень много людей в истории Украины, на территории современной Украины связаны были с авиастроением. Тот же завод, Одесский авиастроительный авиаремонтный завод, который сейчас находится на Таирово, недавно показал воздушное такси, да, которое может перелететь... Не? Показав, так, але ціна на квиток... Это вопрос, смотрите, это старт. Дальше над этим нужно оптимизировать. Это вопрос бизнес-модели. Я уверен, что и на это будет спрос, если есть мобильная услуга. Но это же все-таки надо воспринимать такси, а не как авиалинии. Да. Вот. Это чистый пилотный проект, и дальше речь будет об оптимизации. Но не только в этом речь. Это же раньше был завод Артура Анатры когда-то. Mm-hmm. И именно с того завода и вообще оттуда в Одессе в тысячу... На территории, я поправлюсь, ипподрома, в 1910 году, еще во времена Российской империи, был совершен первый демонстрационный полет. Да, три раза подряд поднимался летчик по фамилии Ефимов. Вот. И это был первый, ну, вот на огромной территории Российской империи, показательный авиаполет. У нас очень много есть историй, но еще важный ресурс – это география. И Украина имеет все шансы стать серьезным транспортным пересадочным хабом для пути из Азии в Европу. Именно поэтому мы сейчас много денег вкладываем в авиалинии, вкладываем в аэропорты, взлетно-посадочные полосы. То есть будут строиться региональные аэропорты. Они будут строиться в том числе на территории там, близкой Донецкой, Луганской области. Ми хочемо шивати страну і в тому числі використовуємо воздушний авіатранспорт. А на Одеську область є якісь плани будувати, наприклад, біля міста десь злітну смугу? Сейчас идет огромная тенденция на... Ну, мы только-только, во-первых, построили и ввели в эксплуатацию новую взлетно-посадочную полосу. В Одесском аэропорту теперь все рейсы, большинство рейсов принимается через так называемый рукав, который подается в самолеты. То есть в Одессе интенсивно развивается аэропорт. Если раньше... Ну, вот сколько раньше стояла эта взлетная полоса? Старая, через этот старый терминал. Ну, сколько по ней летали? 20 лет? 25? Да, мы это закончили, мы все это откалибровали, сделали, и новая взлетно-посадочная полоса в Одессе работает. Вот. Так что я могу отчитаться вот от этих результатов, а по планам пока надо сделать вот то, что есть. Питання оснащення Збройних сил України. Наприкінці грудня 21-го рейтинг проводили велике соцопитування, і ось однією з найгірших досягнень відмітили саме зміцнення армії. Мене і гостей це, наприклад, здивувало. Uh-huh. І ось щодо будівництва. В Україні побудують завод з виробництва воєнних дронів. Наскільки сьогодні військові можуть протистояти країні-агресору? Що у нас є? Дрони – дуже необхідний сучасний інструмент для ведення
бойових дій в различних условиях. Ми бачимо, як взяти на вооружение Байрактари української армії, і вони ефективно використовуються. Ми це бачимо по заявленням різних сторон, да, і ми бачимо результати, зафіксовані, собственно, самих дронів. Це дуже сучасне устройство, і без цього вести бойові дії не можна. Ми розуміємо, що армія – це дуже важливий інструмент построєння незалежності країни. Ми це прийняли, ми це осознали, і ми зараз розуміємо, вся країна зараз рахує на армію. Ми ж бачимо огромне кількість заявлень о можливій війні. Мы же это понимаем, и на кого рассчитывают? На свою армию. Все понимают, что нужно рассчитывать на свою армию. Мы поэтому запускаем завод по строительству дронов, в том числе, который сможет обеспечить полноценно обеспечить армию украинскими дронами. В конце концов, сможем экспортировать в мирное время этот продукт. Но надо сказать, что и наша команда, и мои коллеги, я в том числе лично передавали дроны, просто своими деньгами скидывались армии. Мы ездили близко к линии разграничения. Я ночевал как-то в блиндаже вместе с военными за 80 метров от взлетно-посадочной полосы Донецкого аэропорта. То есть я поднимал голову, и слышны были взрывы, слышно было, как минируют. Без бинокля было видно сепаратистов. Вот. Я общался с военными, у нас у военных очень высокий боевой дух. Я точно знаю, что можем дать сильный отпор. Украинская армия не сдастся, она мощная, сильная и очень мотивированная. Мы как государство делаем, в свою очередь, очень много для того, чтобы мотивировать армию. Да, обеспечение, да. Но важно, что президент в тот день, когда говорил и анонсировал о строительстве завода с дронами, он также сказал, что в следующем году мы полностью закроем квартирную очередь для ветеранов АТО. И мне кажется, это тоже важную роль играет в мотивации армии, потому что ее нужно обеспечить, поддерживать. И армия знает, что мы рассчитываем на нее, а она может рассчитывать на государство. Питання будівництва доріг 13 тисяч кілометрів в минулому році, в 21-му, було побудовано. Які плани на 22-й рік? Чи не менше буде збудовано? Менше точно не буде. У нас... Бо, до речі, велике будівництво якраз відмітили, як ну, це не лише будівництво доріг, так, але це те, що можна почіпати, так, поїздити по цих дорогах. Велике будівництво відмітили як одна з найкращих, найуспішніших ініціатив в Україні. Я горжусь тим, що у нас в країні запущена велика стройка. Наконец-то настал в нашей стране этап, когда оппозиция критикует власть за то, что та строит дороги. Вот. И мы за два года успели построить 13 тысяч километров дорог. Это огромная сеть дорог по всей стране. На следующий год, на 22-й, у нас запланировано 70 миллиардов на строительство конкретно дорог. Это большая сумма, но, что мне кажется, особенно важно учесть, я все-таки депутат от города Одессы, значительная сумма оттуда идет как раз на строительство дорожной инфраструктуры в Одесской области. Самый важный из них проект для меня, который обещал на выборах, который много говорил, это проблема большегрузов по Суворовскому району. Большегрузы, которые ездят по поселку Котовского, по Живаховой горе, по всему Суворовскому району, это реально проблема там или номер один, или номер два для них, и все от этого устали. Трескаются дома, происходит ДТП, люди стоят в пробках, все от этого устали. Мы запустили проект строительства новой дороги от трассы М-28, которая вместе с эстакадой будет вести в порт. Там будет как и эстакада, так и площадка для отстоя транспорта. Они перестанут стоять во дворах на пересыпи наконец-то. Вот. Эта стройка запущена, она идет. Это новая цементно-бетонная дорога. То есть это означает, что она простоит долго. Она будет устойчива к, ну, в принципе, высокий уровень устойчивости и износостойкости имеет. И вот этот проект важный, мы в следующем году его закончим, и я буду горд, наконец-то, что выполнил еще одно обещание перед своими избирателями. Будет потрачена также значительная часть средств, опять-таки, на Одесскую область. Это система, группа развязок вокруг двух столбов. Очень много, значит, для транспортной системы Одесской области, и Одессы в том числе, это как и 7-й километр, так это и выезд на международные трассы, это окружная Одесса. А учитывая поселок Котовского, оно не так легко выбраться, то есть есть полторы дороги, грубо говоря, через которые с поселка Котовского можно выбраться в центр. Вот, так поэтому объездную дорогу редко когда выбирают, потому что, знают, они дают до двух столбов, и за 2 километра до двух столбов они будут стоять. Поэтому непопулярное решение. Мы будем эту ситуацию менять. Будет система развязок, которая это полностью исправит и будет работать. Будут деньги на ремонт Хаджибеевской дамбы. Это тоже очень важно. Если раньше мы об этом говорили, сколько лет об этом говорили? Ни один проект так и не закончился. Сейчас деньги будут, и дамбу будут реконструировать. Если, знаете, там много депутатов раньше занимались
установкой детских площадок, там, каким-то предвыборным остеклением. Ой, не завжди той майданчик лишався деколи після виборів, коли мер не проходив, і просто майданчик забирали. Ну, такі випадки так. Я чесно признаюсь своїм избирателям, я не займаюся, я не влияю на строительство детских площадок. Но я считаю, что есть проблемы гораздо более системные. И из-за проблемы аварийности дамбы на Хаджибейском лимане, под угрозой техногенной катастрофы находится порядка 30 тысяч жителей и предпринимателей. Суворовский район, поселок Котовского, в случае катастрофы, а там реально все знают, в каком оно состоянии, в случае катастрофы поселок Котовского останется без дороги в центр. И это будет авария надолго. Это не на 1-2-3 дня затопления. Это будет авария, ну, я не знаю, насколько. Вот. Это остановка ЖД сообщения с Одесским портом в том направлении. Ну, это, там работают предприятия большие. Что с ними будет вообще? Вот. Это крах для экономики области. Вот. Так мы приводим деньги как раз на строительство и реконструкцию этой дамбы. Следующий важный проект, вот опять-таки в контексте транспорта, мы будем запускать «Сити-экспресс», который будет ходить в Одессе. Вот. Я горжусь, слушай, ну вот, я в транспортном комитете, я что-то должен делать для своего города, и я вот об этом сегодня рад, что у меня есть возможность отчитаться. Поэтому много, извините, говорю. Пишите. Будем делать «Сити-экспресс». «Сити-экспресс», который будет с поселка Котовского ехать в центр. Вот, это скоростной быстрый поезд будет, который и в часы пик, и не в часы пик сможет доставлять... А цена квитка враховывалась, чи ні? Будет презентация. Это, опять-таки, еще один предновогодний инсайдик. Угу. Вот. Цены, все остальные дела. У нас будет большая презентация, на нее приедет руководство Укрзалізниці, мы вас, как телеканал, и вас лично тоже позовут. Скажите, цена будет подъемна для людини? Чи да, мы будем обеспечивать. Вообще, я не хочу сейчас... Там есть много сейчас законодательных изменений, над которыми мы работаем, чтобы компенсировать и делать минимальную цену за проезды на ЖД, чтобы государство компенсировало. Вот, это ПСО называется, ну, давайте не про это, а слишком не по-новогоднему. Так, ви з інфраструктурою все, бо в мене далі питання медицини, і воно важливе. Як завдяки ковіду в 21-му році вдалося підсвітити ось ті прогалини, які є в медичному питанні? Я одразу об'єднаю з темою того, що 6 грудня працівники Одеського обласного клінічного медцентру вийшли на мітинг. Людям з перебоями виплачують повну зарплату та надбавки. І що буде з зарплатою для медиків у 2022 році? Бо це дійсно категорія, яка сьогодні на варті здоров'я українців, і їх треба підтримувати. Ми це добре розуміємо. Парламент 9-го созыва Верховної Ради України почав працювати, і тільки зібрався парламент, тільки зібралось монобольшинство, пройшло 4 місяці роботи, и уже мы столкнулись с ковидом. Вот. Ковид застал Украину врасплох. То есть только начало формироваться, то есть 4 месяца для новой власти, для парламента, кабинета министров, президента, это очень мало для того, чтобы, ну, так вот, скажем, усвоиться и начать полностью работать. Да, прошло 4 месяца, мы понимаем, что у нас ковид, мы понимаем, начинаем анализировать, что происходит в стране с медициной, а у нас Советский Союз. У нас практически 91-й год, вот, потому что не хватало ничего. Ни кислородных концентраторов, ни коек, не было ничего вообще, оно не работало. Мы не знали, что с этим делать, ну, первое время. Вот. И в таком состоянии мы, по сути, это все унаследовали. Мы за это время отремонтировали 600 приемных отделений. Мы за это время 600 амбулаторий, 200 приемных отделений мы отремонтировали. Мы в каждой области достаточно сейчас кислорода, достаточно кислородных концентраторов. В разы увеличилось количество коек во всех больницах. Мы на следующий год, вот, и опять-таки про мой Суворовский район, будем финансировать и полностью перестроим, реконструируем областную взрослую и областную детскую больницу на Воробьёва в Одессе, вы их просто не узнаете. Это будут совершенно другие медицинские учреждения. Вы между выбирая частной больницей и областной, будете ходить туда, потому что вас там будут ждать, там будет красиво, чисто, ухожено, тепло. Вот. В такую систему мы получили, но я говорю о том, как мы меняем. Конкретные действия — это немало, 600 амбулаторий. 200 приемных отделений — это немало. И все не выглядят качественно. Везде новое оборудование. Оно везде работает. Что касается зарплат медикам, про ситуацию с забастовкой 6 декабря я знаю, да, я только, как только узнал, я был в парламенте как раз,
доложил сразу главе облсовета. Насколько я знаю, сейчас ситуация исчерпана, но я могу вот после вашего вопроса созвониться, точно уточнить детали. Что касается зарплат медиков на следующий год, президент с трибуны парламента в ежегодном обращении президента к парламенту сказал, зарплата врачей будет минимальная на следующий год 20 тысяч гривен, а через год такая же зарплата будет и учителей. Вот. Це для яких категорій медиків 20 тисяч гривень? Для всіх категорій медиків мінімальна зарплата буде 20 тисяч гривень. Питання газопостачання. Міністерство економіки зробили консенсус прогноз, що в наступному році, в 22-му році, тарифи на газ, електроенергію, гарячу воду та опалення зростуть на 15-20%. Я так розумію, опалювальний сезон 21-22 завершується за старими тарифами, так як, наприклад, в Одесі. Так, ТМО залишило тариф січня 20-го року. 21-22-23 опалювальний сезон. Я так розумію, що там чекає нас підвищення тарифів. Чого готуватися? Во-первых, нужно оптимистично настроиться на эту зиму. Президент сказал, подписан меморандум, он был в Одессе, когда была как раз форум местных и региональных властей. Вот, президент сказал четко, тариф до конца отопительного сезона меняться не будет. Все, точка, на это подписан меморандум, а экономическую разницу компенсирует Кабмин, точка. Все, об этом больше ничего говорить. На следующий год может повыситься цены, может не повыситься. Мы сейчас для того, чтобы контролировать это, ну, во-первых, очень серьезно занимаемся вопросом энергетики, а во-вторых, я бы все-таки вернулся к вопросу большой термомодернизации, потому что она позволяет сохранить тепло. Куча тепла в нашей стране, в этих десятках тысяч панелек, просто уходит на воздух. Мы обогреваем уличный воздух. Вот. И туда тратятся деньги красного плательщиков. Этот проект позволит нам сэкономить этот ресурс. Я вам скажу простой пример. На моем округе есть инженер, я с ним знаком лично, который переделал дом. Это там, ну, сделал тоже своими руками тепломодернизацию. Это было еще 3 года назад. Два дома, 9-этажных, на 4 подъезда. Один с термомодернизацией, другой без. Разница в платежке 60% меньше. 60, мы какие про 10-15 мы говорим, если там минус 60 может быть. Вот. Так что задача направить ресурсы правильно, ну, как грамотная команда с головой на плечах, мы считаем, что термомодернизация – это ключ к победе над проблемами тарифов. Так, зараз буду про особисте професійне. Майже 2,5 роки ви народний депутат України. На вашу думку, яке найбільше досягнення в вашій роботі і поразка? Що вважаєте поразкою? Достиження, я вважаю, що ми зібрали команду. У нас є команда, так? Да. У нас є команда, яка може реалізовувати те, чого хочуть люди. Це рішення більшого груза в Одесі. От будівництво дороги в порт. Из-за которой фуры с поселка Котовского исчезнут. Я считаю, что это после того, когда никто этого не делал, мы это сделали, это достижение. То, что команда может обеспечить, собрать дома, провести аналитику, узнать, какому дому на Суворовском районе больше нужна тепломодернизация, собрать эту квоту и отправить, проделегировать в Кабмин и проконтролировать, чтобы эти дома на Суворовском районе получили, собственно, тепломодернизацию, это тоже, наверное, достижение. Так что у меня есть команда, которая может решать проблемы одесситов. Я этим горжусь. Вот. Я рад и счастлив, что спустя 2,5 года работы у меня получается помогать одесситам. А поразка? Я думал об этом. Это критично. Критически. Я вам честно скажу, я недоволен тем, что мы не смогли решить проблему коррупции в сфере дипломирования моряков. Это большая проблема. 150 тысяч моряков постоянно от этой проблемы потерпает. Мы приняли, более того, мы же приняли закон 3944, который решает значительную часть проблемы в сфере дипломирования моряков, но он все равно не выполняется. Все равно придумывают какие-то новые схемы. Но там, ну, немного людей в парламенте с этим борются. Много людей голосуют, но так, чтобы занимать активную позицию. Но это чисто моя личная инициатива была вынести закон на комитет, чтобы закон был там проголосован. Вот, внести его в порядок дня, внести его в зал парламента, договориться со спикером парламента, чтобы он был проголосован. Это я лично делал. Я приходил на заседание антикор-комитета в Одессе как раз. Спасибо, что они приехали, вот, и там была как раз возможность это обсудить. Вот, добились. Но все равно мы ситуацию не решили.
Все равно ко мне приходят моряки на прием и говорят, что нам нужно брать кредит. Или дайте нам денег, чтобы мы оплатили документы. Ну, мы сейчас думаем, вот я заканчиваю этот год такой вот аналитической работой, как еще провести, какие законодательные изменения, чтобы поставить точку в этой проблеме с моряками. Провожу такую аналитику и с начала Нового года буду писати, мабуть, новий закон вже. Олександре, 2 хвилини і 2 питання. Спочатку бліц. Одеса чи Київ? Одеса, звісно. Верховна Рада чи Одеська міська рада? Верховна Рада. Чому? Та, більше дає... можливостей для вирішення? Чи... Ну, звісно, да. Ну, або треба бути главою фракції, або секретарем горсовета, або мером. Хто замість Труханова? Горенюк. Хто замість Гриневецького? Гринівецький хорошо робить свою роботу. Закон чи милосердя? Закон. Новобудова чи капітальний ремонт? Капремонт і велика термомодернізація. Добре, побачимо, як спрацює цей проєкт. І ваші сподівання на 22-й рік? Настільки говорили про політики, да, о таких речах, і мені хочеться просто, щоб люди були добрі, мені хочеться доброти, щоб люди смотрели в глаза другим людям, и хотелось улыбаться, чтобы вокруг все было чище, теплее, радостнее и просто хорошо. Долучаюсь до побажань, дякую вам за цю розмову. Олександр Горенюк був цієї години, з вами була я, Ольга Голодова. На цьому прощаюсь, залишайтесь на 7-му. Спасибо.